Сегодня православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников. Верующие нередко называют его Пасхой Богородицы. Между тем, в Мариуполе, несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию в стране, продолжается возведение одного из самых величественных храмов в честь покрова Божьей Матери. Подробности в сюжете Анны Тахмахчи.